решать многие социально-экономические задачи. Для нас всегда был актуален вопрос обеспечения промышленной безопасности и взрывы, и пожара защищенности наших предприятий. Кроме того, многие объекты представляют особый интерес для экстремистских организаций. Тема сегодняшнего совместного расширенного заседания Совета Безопасности Республики, антитеррористической комиссии Республики Татарстан и координационного совещания по обеспечению правопорядка, состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Республики.